Да? That's Lord Chaitanya's special mercy. Это особая милость Господа Чайтани. Now, the holy name is like an ocean. Святое имя подобно океану. And in the ocean you can go deeper and deeper and deeper. И в океан можно погружаться все глубже, глубже и глубже. So, in kirtan you can go deeper and deeper and deeper. И в киртан также можно погружаться глубже, глубже и глубже. And the deeper you go, the more you benefit. И чем глубже вы погружаетесь, тем больше блага вы сможете получить. So today I'll try to help you go deeper. И сегодня я постараюсь помочь вам погрузиться глубже. So to begin. Так для начала. I'd like you to think what you want to achieve today, what spiritual goal you have. Я хотел бы, чтобы вы подумали о том, чего, какой духовной цели вы хотели бы сегодня достичь. Maybe you want to get a taste, a deeper taste. Возможно, вы хотите обрести вкус, более глубокий вкус. Maybe you want to gain a stronger feeling for Krishna. Возможно, вы хотите обрести более сильные чувства по отношению к Кришне. Maybe you want to experience a drop of love. Возможно, вы хотите ощутить хотя бы каплю любви. Maybe you want to overcome a problem. Возможно, вы хотите справиться с какой-то проблемой. So when you're chanting, the holy name will fulfill those desires, whatever your desire is. И когда вы воспеваете, Святое Имя исполнит ваши желания, какими бы эти желания ни были. You want to be praying for something. И вы можете молиться о чем-то. Because the holy name is Chintamani. And Chintamani means it fulfills your desire. Потому что Святое Имя — это Чинтамани. А Чинтамани — это означает, что оно исполняет все желания. Correct? Правильно? Правда? So, don't chant like a robot. Поэтому не воспевайте как роботы. But chant and ask Krishna for something to help you. Но воспевайте и при этом просите Кришну о помощи. Is that okay? Хорошо. Хорошо. Си Кришна Чайтана Прабху Нитананда Си Адвайта Гададхар Шивасари Гаура Бхактивинода Си Кришна Чайтана Прабху Нитананда Си Адвайта Гададхар Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna
When you're dancing and chanting, then we in America are dancing and chanting. Но мне кажется, что Прабхупада, что когда вы поете и танцуете, Прабхупада гораздо еще более счастлив, чем когда мы в Америке поем и танцуем. You know why? Знаете почему? Because when Prabhupada was here, this country was untouchable. Что когда Прабхупада был здесь, к этой стране невозможно было приблизиться. So I think he's especially happy seeing you dancing and chanting. И поэтому он особенно счастлив, видя, как вы поете и танцуете. What do you think? Что вы думаете? Yeah, I think so. Ну, мне так кажется. I think Prabhupada had a special place in his heart for preaching to in communist countries and Islam countries, or to Muslim people. Мне кажется, что проповедь в коммунистических странах, а также в странах мусульманского мира, занимала в сердце Прабхупады особое место. He really appreciated the devotees who were preaching in communist countries. Он действительно очень ценил то, что тех преданных, которые проповедовали в коммунистических странах. And devotees who were preaching to Muslims. Также преданных, которые проповедовали мусульманам. So, if you're a Muslim and you're from this country, then it's double, double special for Prabhupada. Поэтому, если вы мусульманин и вы из этой страны, то вы это вдвойне особенная вещь для Прабхупады. And if I preach to you, then I get double mercy. Если я буду проповедовать вам, то я получу двойную милость. It's true. Это правда. Jai Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Oh.
Кали-Юга. Но не в каждую Кали-Югу святое имя имеет одинаковое могущество. This holy name is special. Special. This Kali-Yuga, this holy name is special. И эта Кали-Юга, она особенная. Because this holy name gives more and better love of Krishna than the holy name in other Kali-Yugas. Потому что в эту Кали-Югу святое имя дает гораздо больше, гораздо более глубокую любовь к Кришне, чем раньше. Did you know that? Знали об этом? No. You did? No? Maybe. Some of you knew, some didn't. Кто-то из вас знал, кто-то нет. And this form that Lord Chaitanya comes in this Kali-Yuga is special because that's the form that gives the special holy name. И вот та форма, в которой Господь Ши Чайтанья Махапрабху приходит в эту Кали-Югу, это особенная форма Господа, потому что она дает, потому что присутствует особое святое имя. And this holy name can take you back to Vrindavan. И это святое имя может забрать вас обратно во Вриндаван. Beyond Vaikuntha. Минуя Вайкунтхи. Beyond Dwarka. Минуя Двараку. Beyond Mathura. И минуя Матхуру. All the way back to Raj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.